Друзья, всем привет! По вашим многочисленным просьбам мы специально снимаем для вас сейчас видео, как натянуть цепь на детском бензиновом квадроцикле Motox 50 кубов. Итак, для этого нам понадобится ключ с головкой на 8, отвертка и болт М6. Это самые распространенные болты. Такие болты есть практически в каждом гараже и либо в каждой квартире. На данной модели квадроцикла не обязательно снимать защитный кожух цепи, поскольку к цепи есть прямой доступ. И это наглядно мы вам сейчас показываем. Вот она, провисшая цепь, которой есть доступ. Для того, чтобы приступить к натяжению цепи, нам необходимо ослабить 4 болта. Вот эти два. И вот эти два. Ослабляем до той степени, чтобы у скобы появился небольшой свободный ход, чтобы она могла свободно ходить от руки. То же самое проделываем с другой стороны. Для того, чтобы натянуть цепь, нам необходимо вращать данный эксцентрик. Для этого мы используем болт. При помощи отвертки выставляем необходимое положение эксцентрика, периодически проверяя натяжение цепи рукой. Провисание цепи не должно составлять больше 7 мм. Когда мы выставили нужное положение эксцентрика и провисание цепи соответствует установленным значениям, мы оставляем эксцентрик в таком положении и фиксируем его. Фиксируем его, равномерно затягивая болты крепления скобы. После чего проделываем аналогичную процедуру на правой стороне. Выставляем эксцентрик с правой стороны в том же положении, как он выставлен слева. После чего фиксируем его болтами, которые крепят скобу. На этом все. Мы натянули цепь, затянули скобы. Благодарю вас за просмотр этого видео. Надеюсь, что оно вам было полезно и понравилось. Если у вас возникают какие-то вопросы технические, вы можете их задать под этим видео в комментариях. Мы обязательно расскажем и покажем все, что вас интересует. Ставьте лайки, делитесь с друзьями, будьте с нами. Всем пока!